Добрый вечер всем уважаемым гостям сегодняшнего нашего мероприятия. Вы знаете, я буквально 5 минут назад узнал, что это много. То есть душа и создатель вот этого библиокафе сегодня, Дмитрий Валерьевич Сосков, справляет 50 лет. Представляете, где вы? И мы нормально сказали. Это значит, рассматриваемся будет хорошо, что такие вещи происходят неожиданно. Теперь про наш культурный центр «Автоград» и «Библиокафе Перебрёвка». Да? То есть идея зрела давно. Я надеюсь, она будет иметь право на жизнь, потому что хочется, чтобы люди, которые любят читать, делали это с максимальным удовольствием, с максимальным доходом, чтобы можно было совместить забытый дом на обед или завтрак или ужин с получением книжной мудрости здесь. А на самом деле просто хочется, чтобы мы немножко стали современными, чтобы здесь было все для того, чтобы учиться, отдыхать и просто общаться с интересными людьми. Поэтому спасибо за то, что пришли. Надеюсь, у нас все впереди. Еще раз спасибо. Мы, наверное, открывать будем, нам там подсказки не могут, да? Дмитрий Михайлович, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий, какой же открытие без торжественного слова руководителя, как я перебрался, Иван Сосков, ваше время в президенте. Добрый вечер, уважаемые наши друзья и наши гости. Дмитрий Юрьевич сказал, что основная задача нашего приобретения задача, то есть современность, сочетание нашего известного вкуса и интеллектуальных впечатлений, которые люди получают от посещения библиотеки, мы хотели воплотить все, что мы можем. Наше кафе, которое вы сейчас видите. Кафе «Перелет» называется не по этой причине, потому что первое слово «Перелет» — это основа книги, да, то есть важное значение. И второе — то, что мы здесь можем с вами говорить, потому что можно два вкуса, впечатления, интеллекция, соревнования, впечатления и ощущения. Кафе «Перелет» мы с вами вам предлагаем два дня. Меню гостям в зале предлагаем по системе авиакарты заказу. И предлагаем также специализированное меню ДКБ, когда наши гости на самом деле не будут, мы пойти на улице или его для угодно. Для деток мы сделали меню особое детское. Я очень волнуюсь, извините, пожалуйста. Никакого алкоголя. Светлана, про интернет скажите, да вот. Я хочу, чтобы у вас сегодня все были приятные впечатления, гастрономические, очень интересные ощущения, чтобы мы получили удовольствие, чтобы вы к нам возвращались, чтобы с нами взаимодействовали. Мы вместе делали эту историю, которую здесь сегодня начинается. Потому что кафе такого формата, который в библиотеке, первый кафе, мы являемся активными участниками, и вы являетесь нашими первыми драгоценными гостями, которые откликнулись, пришли, и я думаю, что мы с вами будем дружить. Я также искренне за меня верю. Я также искренне открытия «Библиокафе Перебрёвка» приглашается директор культурного центра «Автоград» Дмитрий Востриков и Светлана Сосков. Теперь можно отправиться к своим столикам и, наконец-то, съесть то, что вы заказали. Приятного вечера. Можно остаться здесь. Кто-то попросит. Thank you.
Давай, 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 давай